Рассказывай по порядку, как обычно. Здрасте. А не здрасте, я сказал, руки опусти, встань ровно. Я, давай, я. Я Александр Родионович Бородач. Так, работаю. Работаю ночным охранником. Где? В фитнес-центре «Спортстайл». Мы с вами коллеги, ребят, секурицу. Я тебе сейчас ставлю секурицу, знаешь, что ты сделал? Как в этом элитном фитнес-центре оказалось 137 бомжей? 137? Да, 137 бомжей. Еще двое где-то, ребят, они в хамаме, наверное. Я сейчас, да, ребят, сюда, иди сюда, скотина! Иди сюда, скотина, иди я сюда. Сказал! Ребят, это все Иришка виновата. Фамилия есть у Иришки? Обижаете, конечно, есть. Коробейникова. Любовь всей моей жизни. Ребят, принцесска шикарная, стриптизерша работает. Пердак такой, сисяк. Это не надо для протокола, какой-нибудь пердак сказать. Короче, чтобы быть ближе к моей любимой Рен, я решил тоже устроиться работать в клуб «Пещера» стриптизером. Кем? Кем? Стриптизером работать. Ты стриптизером? Ну, любовь творит чудеса, ребят. Чего ты жижа, блин, ты себя видел вообще? Ты к стриптизерам решил он работать. Встань ровно. Он пришел к нам в клуб на работу устраиваться. Сказал, что танцором хочу быть. Залез на пилон и начал раздеваться. Пусть свое волосатое вывалил. Ну, естественно, ему поджопников надавали, да в одних трусах на улицу выгнали. Все. Короче, мое тело оказалось профнепригодным для данной профессии. А ты сомневался, да? А что, вон в вашей организации сколько толстожопых работает, никто же их не прогоняет. Что ты сказал?